В июле в Дунхуане продолжительное лето в самом разгаре. В пещерах Могалку начался туристический сезон. В маршруте местных экскурсоводов есть одна маленькая, но очень часто посещаемая пещера. Это знаменитый грот для хранения священных книг. Еще 100 лет назад никто не знал об этом загадочном месте. Вход в пещеру был сокрыт сыпучими песками. В начале 20 века, в 1900 году, Даос Ван Юэн Лу вел тихую, размеренную жизнь. Это было неспокойное время, трудно было даже иметь крышу над головой. С 1897 года, считая с того дня, как он прибыл в пещеру Могалку, уже 3 года он был в Дунхуане. Будучи настоятелем 3 мест, он усердно работал, собирал пожертвования, ежедневно выметал песок из пещер, что занимало большую часть его времени. Неожиданно в горе появилась трещина, и рабочие стали копать мотыгами. С радостью обнаружили пещеру Будды, где были 10 тысяч древних священных книг. Эта неожиданная находка прервала его спокойную жизнь. В письме к императрице матери Цыси он так описал историю обнаружения грота для хранения священных книг. В тот момент он и подумать не мог, что честь и позор одновременно издалека помахали ему рукой. Весной 1907 года караван верблюдов под руководством Стейна по древнему Великому Шелковому пути пошел в пустыню. Этот венгр с английским гражданством был увлечен поисками потерянной цивилизации. На этот раз цель его исследований, находящейся за пределами города Дунхуан, пещеры Могалку, святое буддийское место с более чем 1500-летней историей. Стайн упорно искал дунхуанское направление в бескрайнем море пустыни. Более 1600 лет назад, в 4 веке нашей эры, это обычная пропасть с юга на север, протянувшаяся на более чем 1000 метров. Гора Миншашан и гора Санвэйшан спокойно окружают этот маленький оазис. Вот реки Дацюань день за дня стекают по капле в пропасть. Один из вечеров в 366 году нашей эры, пришедший сюда монах по имени Юэзун, увидел удивительное явление. Гору Санвэйшан, напротив которой он стоял, вдруг озарили лучи заката, как будто освещенные золотыми лучами солнца миллионы Будд представили перед ним. Юзум уверовал, что это подсказка Будды, и решил выкопать пещеру напротив горы Санвэйшан. Так и началась 1200-летняя постройка пещеры Могалку.
чтобы сохранить в памяти начинания и труды Юйзуня, который первым открыл гроты, потомки назвали это место пещерами Могалку, что означает «нельзя быть выше этого монаха». Это и происхождение названия пещеры Могалку. С момента начала Юйзуньем строительства первой пещеры до династии Юань строительство пещеры Могалку ни разу не прекращалось. Гроты на скалах стали похожи на густо усеянный улей. Впоследствии создатели гротов часто не могли найти хорошего места для работы. Появление столь величественных пещер Могалку в значительной степени связано с путешествием одного посланца на западные регионы. В 138 году нашей эры ханский император Лючи отправил молодого человека по имени Чан Цян пересекать через пустыню, чтобы связаться с народностью Жуджи, приехавшей на запад в Среднюю Азию. Он надеялся убедить народ Джиу-Джи выступить с ним вместе против гунов. Чан Цян дважды отправлялся на запад, ему не удалось выполнить волю императора, но в результате 15 лет борьбы на грани жизни и смерти он открыл знаменитый шелковый путь. На северной стене грота 323 можно увидеть настенную картину самой ранней миссии Чан Цяня в западной земле. После этого ханский император Уди снова отправлял генерала Вэйцена и Хоцзюпена на борьбу с гунами. Территория ханской династии постепенно расширилась до западной части реки Хуанхэ. На западе от реки Хуанхэ были поочередно созданы четыре области – Увэй, Чанъе, Цзюцюань и Дунхуан, а также добавлены два пограничных пункта – Юмэнгуань и Янгуань. Благодаря этому с тех пор шелковый путь действовал без преград. Огромные караваны верблюдов приходили с востока и уходили на запад. Этот торговый путь начинался в городе Чан'ань и протягивался до Древней Римской империи. Дунхуан был важным промежуточным центром на этом пути. По шелковому пути шли не только караваны с товарами, но и буддийские монахи, несущие священные книги и проповедующие буддизм. По пути на восток они всегда останавливались в Дунхуане. Те, кто задерживался надолго, искали подходящие скалы, где, как они считали, можно было достичь связи с Буддой и строили гроты для медитации. Расположенный в 20 километрах от Дунхуана обрыв на берегу реки Тацюань был идеальным местом. Обломочные горные породы очень удобны для строительства гротов, а сухой климат благоприятен для сохранения глиняных скульптур и рисунков на стенах. Здесь недалеко от основных дорог, поэтому местные жители и проезжие путники и торговцы могли приходить сюда молиться и создавать гроты. В этих местах обычно очень тихо, благоприятное место для омысления заповедей Будды. Этот грот является самым ранним сохранившимся до наших дней из пещер Могалку. В четырех узких пещерах мог сидеть только один человек. Это пещеры для медитации. В них монахи медитировали и читали сутры. Последователи буддизма во время медитации должны отстраняться от мирской суеты, забыть о себе, чтобы открыться высоким знаниям.
У главной пещеры грота номер 285 справа и слева есть четыре небольшие пещеры для медитации, а на потолке грота нарисовано 35 пещер для медитации. За пределами этих пещер часто можно было встретить диких животных, охотники с луком охотились на диких коров, а медитирующие в пещерах монахи спокойно сидели с закрытыми глазами, погруженные в глубокие мысли. Их поза была неподвижной и безмятежной. В восточной нише есть и статуя медитирующего монаха, увидев которую, мы можем представить себе, как монахи медитировали в пещерах Мокгалку. Все как в прежние времена. Во время долгого пути в Дунхуан караван верблюдов, руководимый Стэном, прошел через серьезные препятствия и опасности. Сильный холод и недостаток воды практически отняли их жизни. Ориентируясь по руинам или даже следуя интуиции, Стэн наконец достиг пещер Мокгалку. Тем временем настоятели пещерно-храмового комплекса Мокгалку Даос Ван повсюду собирал пожертвования на строительство храма, в связи с чем Стэну пришлось ждать. Используя это время, он сам отправился на исследование некоторых пещер. Из-за отсутствия ремонта на протяжении многих лет, многие из них уже превратились в руины. Но что его поразило, так это безупречное состояние яркости цвета статуи и фресок. Нумеруемый 257-м грот на западной стене сохранил фреску, описывающую историю о рождении девятицветного оленя. Этой фреске более 1500 лет. Предание о девятицветном олене гласит, что однажды он спас тонущего в реке Ханха мужчину. Мужчина был очень благодарен и поклялся не рассказывать никому о месте, где живет олен. Но позже, возжелав мирского богатства, он рассказал королю и королеве о местонахождении оленя. Тогда король послал отряд подданных, чтобы поймать оленя, но узнав из уст оленя всю историю, он все же отказался ловить его. В итоге мужчина получил свое возмездие, все его тело покрылось проказой. В гроте номер 426 есть еще одна знаменитая фреска. По преданию, принц Сатона однажды отправился погулять. На обратном пути он увидел умирающих от колота семерых тигрят и тигрицу-мать. Жалившись над ними, он проткнул свою шею веткой дерева и спрыгнул в пропасть, чтобы накормить несчастных тигров своим телом. К тому времени, как его старший брат достиг того места, от принца осталась лишь куча белых костей. Согласно буддийским хроникам, девятицветный олень и принц Садона являются прошлыми жизнями основателя буддизма Шакьямуни. Благодаря тому, что в своих прошлых жизнях в цикле перерождений Шакьямуни совершал множество добрых дел, он смог добиться успеха.
Картина, восхваляющая истории добрых дел Шакьямуни при прошлой жизни, называется «Картина истории рождения». Эта фреска рассказывает историю древней Индии о том, как 500 разбойников повсюду устраивали пожары, убивали людей, грабили и разрушали. В итоге они были пойманы, лишены обоих глаз и сосланы в далекие горы. Шакьямуни проявил к ним огромное милосердие, лекарственными травами со снежных гор излечил их глаза и преподал им урок на своем примере. В итоге 500 разбойников последовали учению Будды, их медитации оказались успешными. Фреска, описывающая доброе деяние Шакьямуни после того, как он стал Буддой, называется «Картина истории кармы». Используя время в ожидании, пока не вернется Даус Ван, Штейн решил отправиться на исследование древней Великой Китайской Стены, находящейся к северо-западу от Тунхуана. Ему повезло, и в щелях Великой Стены он и его помощники обнаружили древние книги и письма на бумаге. Иероглифы в письменах были очень четкие и разборчивые. Стэн – опытный исследователь древности, свободно говоривший на многих языках мира. Очень долго рассматривал письмена, но так и не мог понять значение загадочных иероглифов. Только в дальнейшем узнал, что это были письма на сактийском языке. Сокт был одним из народностей, занимавшихся торговлей на древнем шелковом пути. Сактияне славились способностью разбираться в драгоценностях, торговали в основном акатом и жемчугом. Они также продавали разнообразный повседневный инвентарь, а прибыв в Тунхуан, стали специализироваться на купле-продаже девушек для песен и танцев. Большое количество торговцев народности Сокт собралось в Тунхуане, что повлияло на расцвет торговли в этих местах. В отличие от расцвета в древности, сейчас, когда Стэн в начале 20 века прибыл в Тунхуан, все здесь было разрушено и заброшено. Там, где раньше шли караваны купцов и миссионеров, в стратегически важном городе на шелковом пути, связывающем Китай с Западом, Стэн не застал больше никаких следов. Лишь в пещерах Могаку он мог разыскать неуловимые тени прошлых лет. Это одна из наиболее ранних пещер, сохранившихся в Могалку. Ее строительство началось около 5 века нашей эры. Увидев эту статую, Стэн вспомнил греческие скульптуры. В 3 столетии до нашей эры экспедиция Александра оставила в индийском районе Гандхара следы своей расы и искусства. Аура над головой сидящего Скритяноки Бодхисаттвы Майтреи похожа на титана своей строгостью и величием. Стоп-опора в этом гроте использовался верующими, ходящими вокруг него во время поклонения. Она ведет свои корни от индийских пещер с опорами. После введения в Тунхуан, по китайской традиции, строители заменили круглую основную опору на квадратную, а также добавили крашу в форме иероглифа «человек» в главном павильоне.
Этот дизайн отразил некоторые особенности строительства китайских дворцов. Бодхисаттвы одна за другой сменили одежды на китайские, фигуры стали более стройными, лица худыми, глаза и губы узкими, тело поджарыми, а тяне свободными. Статуи стали более плоскими, черты тонкими. Это так называемый стиль династии Вэй и Цин, тонкие кости, чистые черты лица. В гроте под номером 285 в потолочных фресках встречаются четыре духа – гром, молния, ветер и дождь из китайских преданий, а также разные святые птицы и животные. А также встречаются в пусинью ва, которые с человеческим лицом и телом змеи. В раскопанных в Тунхуане ханских могилах также обнаружили похожие на нарисованные на фресках изображения фусинюва. Они держат в руках чернильницу правил, в круге перед грудью нарисованы трехногая птица и лягушка, символизирующие солнце и луну. Нет достоверных сведений о том, кто является владельцем этого грота. Во многих пещерах Могалку на фресках пещер можно увидеть лишь подобные надписи. Четвертый год правления великой династии Вэй. Это 538 год нашей эры. В это время главным администратором в Тунхуане был человек по имени Юаньжу. Он прибыл из Лоян, родом из императорской знати. Он первым из императорских членов был отправлен в Тунхуан для охраны Тунхуана. К тому же он был верующим буддистом, часто приглашал писарей копировать буддийские каноны. Этот уже плохо сохранившийся памятник хранит в себе историю о строительстве пещер Могалку Юаньжунем. Здесь были чиновники Дзянпингун, Тун Ямван и другие. Каждый построил по большому гроту. Эта надпись на памятнике упоминает о Тун Ямване, который является Юаньжуном. Неужели грот номер 285 построен именно им? Особого внимания заслуживает портрет кормилица в этом гроте. Кормильцем обычно называли человека, который на свои средства строили гроты. Этот длинный ряд портретов кормильцев свидетельствует о том, что в те времена пожертвования на строительство давали не один-два человека. Здесь мы видим людей в одеждах князей и наложниц. Возможно, среди этих людей есть и семейная чета Юаньжун. В 589 году нашей эры император Янцзян династии Суй объединил страну. 300-летняя государственная раздробленность была прекращена. Император, будучи буддистом, приступил к управлению государством. Император Янтен династии Суи со дня рождения до 13 лет жил в женском монастыре, а его сын Янгон, император Янти династии Суи, был удостоен стать последователем Бодхисаттвы Дзе.
В короткие 30 с лишним лет правления Тинаси Су и пещеры Мукалку получили колоссальное развитие, расширяясь со скоростью по 3 крота ежегодно. Скульптуры в кротах постепенно стали более нежными и величественными. Феи Фейтян на фресках изображались все более стройными.